Здесь таких не найдется, но вообще, в принципе, наверняка есть и наши коллеги, и просто рядовые граждане страны, которые зададутся вопросом, зачем нам это все нужно, потому что у нас все есть. Итак, у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем самые разные, и черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы, чего у нас только нет. И, в принципе, в общем и целом, развитие идет технологическое неплохо, интеллектуальная база очень хорошая, но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, он как-то сказал, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Вот они появляются в мире. И тот, кто опоздает в этом соревновании, он зададутся вопросом, зачем нам это все нужно, потому что у нас все есть. Итак, у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем самые разные, и черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы, чего у нас только нет. Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, ну, здесь таких не найдется, но вообще, в принципе, наверняка есть и наши коллеги, и просто рядовые граждане страны, которые... И, в принципе, в общем и целом, развитие идет технологическое неплохо, интеллектуальная база очень хорошая.